механизированные крепи – ключевое оборудование для подземной добычи угля. Корум Групп уже более 70 лет изготавливает крепи для работы на пологих, наклонных и крутых пластах различной мощности. Основными заказчиками продукции являются горнодобывающие предприятия Украины, СНГ и Восточной Европы. За изготовление крепей отвечает Корум Дружковский машиностроительный завод. Предприятие со 125-летней историей, идущее в ногу со временем. Процесс создания крепей проходит в три основных этапа. Этап первый – проектирование. R&D-экспертиза компании сосредоточена в городе Киев. Конструкторское подразделение Корум Групп создает уникальные технические решения под индивидуальные требования заказчика. Многолетний опыт позволяет создавать такое оборудование, которое с минимальными затратами позволяет эффективно отрабатывать угольные пласты в сложных горно-геологических условиях. Благодаря современному программному обеспечению заказчик еще на стадии разработки может ознакомиться с объемной моделью будущего изделия и прочностными расчетами. Этап второй – производство и сборка. Согласованный с клиентом дизайн крепи отправляется на завод для производства и сборки изделия. В подготовительном цехе путем термической резки вырезаются заготовки металлоконструкций будущей крепи. Сварка металлоконструкций осуществляется на специализированных установках, объединяющих операции сборки, предварительного подогрева и сварки. Специалисты цеха аттестованы по международным стандартам управления качеством, а работы выполняются согласно аттестованным технологиям. Сварочное производство имеет сертификат по евростандарту EN38342. В механическом цехе номер один из круглого и трубного проката производится порезка заготовок. Для деталей силовой гидравлики и управляющей гидравлики. Далее на обрабатывающих центрах Блютурн, Нивис и других осуществляется их механическая обработка. Имеется также прецизионный станок Лоч, который производит высокоточные технологические каналы методом глубокого сверления ружейными сверлами. В механосборочном цехе изготавливают детали управляющие гидравлики. Процесс выполняется на высокоточных обрабатывающих центрах. К примеру, горизонтальный обрабатывающий центр Blue Star 5+ применяется для сверления и фрезерования деталей. Обработка деталей происходит в полностью автоматическом режиме. В гальваническом цехе выполняется гальванопокрытие деталей силовой и управляющей гидравлики, хромирование наружных и внутренних поверхностей, наружное цинкование, травление. После изготовления все детали и узлы поступают в сборочный цех, где все компоненты механизированных крепей соединяются вместе. Этап третий. Процесс испытаний. Финальный этап контроля качества продукции – это испытание секций крепи в сборе. Гордость нашего предприятия – стенд СТТ-2000. Это наша разработка и наше изготовление Дружковского машиностроительного завода. В процессе испытаний секции крепь подвергается нагрузке в 1,25 раза превышающей номинальную, воздействию, сжатию и кручению. Таким образом, обеспечивается гарантия надежной работы секции в реальных подземных условиях. Выборочно одна секция крепи из каждой партии проходит испытания на 30 тысяч рабочих циклов, что моделирует полный жизненный цикл наших крепей. Результаты и параметры испытаний фиксируются специальными электронными датчиками. Все данные передаются на компьютер и воспроизводятся в режиме реального времени. Испытания проводятся в соответствии с требованиями Евростандарта по безопасности крепей EN18004. Специалисты завода уделяют особое внимание индивидуальному подходу к реализации всех требований в ходе совместной работы с заказчиком. Оптимальный подбор параметров крепи к горно-геологическим и горно-техническим условиям гарантирует клиентам Корум Групп не только высокие показатели добычи, но и обеспечивает спокойный, безопасный труд шахтеров.